Высокие технологии. Хай-тек. Знаменитые лондонские телефонные будки и не менее знаменитого красного цвета. Сегодня мало кто пользуется уличными автоматами, но будки по-прежнему в обиходе. Они служат кабинками для того, чтобы зарядить гаджеты. Энергию для пополнения запаса аккумуляторов получают из возобновляемых источников. Главным образом это энергия солнца. Разработку предложили выпускники Лондонской школы экономики. Идея к нам пришла по нескольким причинам. Природа не терпит пустоты, и неиспользуемые по прямому назначению кабинки стали использоваться для других целей. Это выглядело антисоциально. Это плохо отражалось на имидже Лондона. Вторая причина – не все телефоны имеют мощные аккумуляторы, способные продержаться целый день без подзарядки. Третья причина – всем людям нужно заряжать мобильное. Сегодня красные кабинки, не все, но некоторые, получили название Solar Box и изменили цвет, обретя новую функцию. Отличие еще и в том, что на ночь их нужно запирать. На крыше Solar Box размещена солнечная батарея. Несмотря на частые дожди, света хватает для того, чтобы система функционировала без сбоев. 3 часа в день хватает на то, чтобы Solar Box выполнял бы свою функцию круглогодично. Конструкция батареи такова, что она может хранить небольшие излишки энергии. В общей сложности одной такой кабинки достаточно, чтобы зарядить около сотни мобильных телефонов и иных гаджетов в день. Потрясающая идея, я всегда ищу, где бы подзарядиться, и тут вот Solar Box у меня на пути.